наши же в Россию выезжали, Гасымов, короче, ага. Один солдатом, там по делам выезжали, у них там ФСБшники ага. Все шмонают, даже удочки забрали, там что-то их не повязали, ладно, у Гашимова знакомые были, там вообще с этим строго. Мы же там полэша фотку квадроцикла этот скидывал. Они же его вывести пытались, просто потом продать. А? Забрали его, там вообще ужас. Даже удочки забрали. Все забирают. Че позорить? Ладно, вчера. Здесь мародерствуют, тут этот поймали одного мародера, телек выносил, все посадили. Тут какой-то этот 15-летнюю девочку изнасиловал, что ли, в какой-то деревне недалеко. Ничего себе, это нацики вот эти, что ли, да? Это наши, это наш солдат. У нас же тоже дурости хватает некоторых дурачков. Добровольцы, у нас третья рута пехоты, 95% добровольцев, потому что остальные либо 200-й, либо 300-й. А пехоты же вообще ничего не осталось. Да они там друг другом стреляют постоянно. Большинство, они, связи нету, ну, связи нет, говорят, там наших нету, все, я туда, все положили, там инженеров положили, 15 бригад, наши полковые, там вообще ужас. Там наши два танка схлестнулись, тоже там 200-е, 300-е, тут вообще постоянно такая, у нас же даже артиллерия наших, бывает, пехоту кроет. По телеку шла гладко, а так бардак, все знают. Бардак не было, давно бы все закончилось, Улан. А то наш пол постоянно выделяется. Не говорила. Ой, дай Аллах. Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины загнали, он сказал только, теперь берите лопаты там и идите как пехота. Ну, умирайте, говорит, нам так сказал комбат. Скотина, блядь.